Я вот в костюмчике своей героини. Это, в принципе, не моя вещь совсем, но это вещь моей героини Любови Дмитриевны. Она до сих пор пребывает в ощущении своего величия. Дитя мое, внучка актрисы, которая подавала шляпу самому Смоктуновскому, так ходить не будет. И я действительно снималась со Смоктуновским. Я сама предложила эту фамилию. Режиссер не был против. И мне эта фраза понятна и близка. Есть актеры, перед которыми бы я там не то чтобы свою шляпу сняла, а я бы их шляпу носила, и все бы была бы просто ковриком для них. Вот Смоктуновский из тех. Соленый. Ну, я бы еще посолил. Боже, какой вы кулинар. Ну, школа жизни. Пришлось ее закончить с медалью. И преподаватель в ней одиночество. Мы с вами закончили одну школу. Ну, я не могу предложить вам стиль моей жизни, потому что он очень неправильный, и он... Это называется самоистязание. Это называется «я не отдыхаю, не люблю отдыхать, я люблю только работать». И, ну, если сможете, хотя бы наполовину откажитесь от того, что вы едите. Домашний. Всегда для женщин.